Здравствуйте, друзья! Кофейная тема для нашего канала особая. Ну, это, видимо, отпечаток личности накладывается. Многие зрители, особенно те, кто заходит в мою личную страницу ВК, спрашивают меня: Сева, как ты завариваешь кофе? То есть у нас уже было много походных рецептов, но я каждое утро выкладываю кофейную картинку. Народ спрашивает, как это готовить. Кто-то из моих друзей, кто-то заходил, пробовал, кто-то просто зритель в ВК, кто-то зритель здесь в Ютьюбе. Поэтому я решил сделать подробную инструкцию своего рецепта кофе, рассказать все подробно-подробно, пошагово, чтобы никаких не было недомолвок. Все нюансы вот моего личного рецепта кофе. Сразу скажу, что я, когда у меня он уже выработался, я обратился к бариста, у нас есть клуб бариста Саша, спросил его, как он бы назвал. И он сказал, что, в принципе, вот он не может никакого особенного названия, хотя я, в принципе, пытаюсь сделать, ну, либо латте, латте макиато, либо капучино, латте макиато, но получается что-то другое, вот. И, соответственно, сегодня я расскажу вам этот рецепт, покажу все в деталях. При этом для этого рецепта не нужно будет ни кофемашину, ни капучинатор. Мы справимся двумя френч-прессами. Итак, что я беру, чтобы сделать супервкусный кофе с молоком? Кофе. Изначально я всегда стараюсь брать, естественно, выбор немножко гуляет, темную обжарку, арабику, средний помол. Крупный избегаю, хотя обычно крупный для френч-пресса рекомендуют. Нет, средний помол. Ну, вот из всех, что есть, вот так вот, чтобы сразу можно было встретить в магазине, это вот, например, Паулик Президент. И молоко. С молоком важно. То есть, ну, смотрите, я например, использую Валио 0% вообще, то есть обезжиренное совершенно. Ну, естественно, можно использовать больше процентов. Но дело в том, что не жирность определяет взбиваемость молока, а количество белка. Поэтому только опытным образом можно определить, какое молоко хорошо взбивается вот из тех, что продаются у вас. У нас в Питере вот хорошо взбивается Валио. Ну, можно брать спокойно до 2,5% любую жирность. Вот. Что еще понадобится вам? Обычный маленький френч-пресс. Ну, у меня френч-пресс из IKEA. Подойдут почти любой френч-пресс. Но у него должно отсутствовать ситечко на сливе. То есть, есть ситечко в самом прессе, а главное, чтобы ситечко на сливе не отсутствовало. Это существенно. Это влияет на вкус кофе, вы не поверите. Потому что, если здесь просто выемка, то вы наливаете, и у вас в чашку попадают не только само кофе, но и крема, вот эта пенка. Если здесь решеточка, чтобы задерживать, там, например, чаинки, то есть это типа универсальный френч-пресс для кофе и чая, то, собственно, все крема останутся у вас в френч-прессе. А второй френч-пресс большой, он под молоко. И здесь тоже у меня обычный пластиковый, без всяких наворотов, пластиковая подставка, стеклянная колба, но ножки или вот нижняя стеночка, край, они в таком френч-прессе должны быть пластиковые, потому что они должны немножко пружинить. Вы будете бить, когда будете выбивать пузырики из молока, это существенно. Немножко пружинить намного лучше. То есть, в действительности, дешевые френч-прессы для этого мероприятия лучше, чем дорогие. Итак, завариваем кофе. Сколько брать кофе? Я обычно кладу 1 десертную ложку. На человека, на френч-пресс, и еще одну десертную ложку сверху на всех. Сегодня мы готовим на 2 человек в таком маленьком френче, значит, соответственно, мы кладем 3 десертных ложечки. Как в том старом анекдоте: евреи, кладите больше заварки. Вода 90 градусов, то есть либо у вас, как у меня, чайничек с указателем температуры, либо вскипятили до 100, немножко подождали, ну, минут 7 реально. Вы заварили кофе, вы оставляете его на 3 минуты. За это время вы греете молоко. Греть молоко можно как угодно. Я грею в микроволновке, можно на плите. Но главное, чтобы молоко не вскипело. То есть нужно его греть градусов до 60.
На две кружки у нас получается 200-миллилитровый френч-пресс. А вот молока можно в большой френч-пресс налить от души. Ну, здесь, наверное, миллилитров 400. 350 точно есть. И дальше мы взбиваем этим френч-прессом молоко до состояния высокой пены. Оно должно увеличиться в 2-2,5 раза. В действительности я перевзбиваю это молоко, как мне говорят. Сверху на молоке образуются крупные пузыри. С ними надо расстаться. Это называется глинцевание. И одновременно я уже отжимаю вниз френч-пресс, заканчивая экстракцию. И наливаю в первую кружку. Где-то буквально треть. И вот здесь самая прикольная тема, если вы наливаете сверху взбитую пену внутрь с достаточной высоты, пена, молочная пена смешивается с кремами, теми самыми пенкой, и образует вкуснейшую кофейную пену. Латте-арт мы не делаем здесь. Смотрите, сейчас почти полная кружка вот этой смешанной с кремами, с кофе, молочной пены. Это вообще вот самое вкусное, что можно придумать в этом кофепитии. Потом уже пойдет кофе. Вот. Оставшийся кофе с молоком мы наливаем в другую кружку. За это время, пока мы тут возились, оно немножко отслоилось. И у нас образовалось слой молока и слой пены. И сейчас мы оставшийся кофе заливаем тонкой струйкой в высокий бокал, и он останется между молоком и кофе. Вах! Ну, собственно, все. Это у нас, ну, можно сказать, латте или капучино. Основной рецепт. И второй рецепт – это латте макиато. Всем приятного аппетита. По-моему, я все рассказал. А еще можно, вот я очень люблю с горьким шоколадом. Берешь кусочек горького шоколада, отдаешь ему растаять во рту и запиваешь кофе. Самое вкусное, что может быть. И самый лучший шоколад из тех, что я нашел. Ну, опять же, вы скажете, что это реклама. Но я вот по-другому поверну. Вот этот прекрасный швейцарский шоколад. 180 лет там швейцарского удовольствия. И сделан он в деревне Варегово, Ярославская область. Так что вот такой вот наш отечественный шоколад очень рекомендую. Не реклама. Все, всем приятного аппетита и до встречи в поле.